Курганская симфоническая капелла, художественный руководитель и главный дирижер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Владимир Каширский. И мы открываем наш творческий вечер «Признание в любви» Гульсинар Равикова. Для вас танго «Жигалет» из оперетты «Граф Люксембург» композитора Фермиса Легара. Для вас в нежданный час.
нашли друг друга, и как долго ждали мы. Встречали весны нас осенними печалями. Не так сиять свела, не так метель мила, пока любовь нам не пришла. Нас не спросив, не позвонив, не постучав, и стало ясно вдруг, что в ней только двое нас. Нас не спросив, не позвонив, не постучал, любовь пришла в нежданный час. Притихло все вокруг, и стало ясно вдруг, что в ней только двое нас. И стало ясно вдруг, что мне только двое нас. Не так сирень цвела, не так летела, пока любовь так не пришла. И стало ясно вдруг, что в мире только двое нас.
сегодня в этом теплом зале много друзей, дорогих, желанных, много уважаемых гостей. И я с огромным уважением приглашаю на эту сцену председателя региональной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия» Пензенской области Аджигита Бакира Усмановича. Добрый вечер, дорогие друзья, уважаемые гости. Мы пришли сюда с большой командой тебя поддержать. Нам очень приятно, огромное количество тебя здесь, поклонников. Гусина, ты талантливая, умная девушка у нас. Здоровья тебе, творческих успехов, всего-всего самого наилучшего. Ты настоящий друг. Во всех наших мероприятиях с удовольствием приходишь к нам и помогаешь. Также хочу большое спасибо сказать коллективу, который тебе помогает, и, конечно же, Владимиру Викторовичу, руководителю твоему. Продолжай в таком же духе и долголетие тебе. Спасибо большое. Губернаторской симфонической капеллы, лауреаты международных конкурсов Рафиковой. Уважаемая Гусина Фаритовна, Татарская национально-культурная автономия Пензенской области выражает вам глубокую признательность за помощь в деле укрепления дружбы народ, между народами, проживающими на территории Пензенской области. От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия и творческой энергии. А для вас, дорогие друзья, звучит татарская народная песня «Ай, былы-былы». Ай, белым, 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 ай, белым
Ну а сейчас на сцену выходит уже вам известный, надеюсь, полюбившийся Роман Николаев, композитор «Бакалейников», бубенцы. Она исполняет песни военных лет. И так получилось, что наш концерт сегодня в преддверии одной из величайших дат. 2 февраля исполнится 75 лет с дня разгрома
фашистских войск Великой Сталинградской битвы. И поэтому мы не могли обойти это знаменательное событие. Прежде всего, 2 февраля мы приглашаем вас в 19 часов на еще один грандиозный концерт, посвященный этой великой дате. Ну а сегодня Гульсина Рафикова для вас. Девушки-бойцы. Константина Симонова «Жди меня». И Гульсина Рафикова сыграла в нем одну из ярких ролей. И песня, которая звучит в этом спектакле сегодня, прозвучит для вас. Но сначала внимание на экран. И на экране отрывок из музыкального спектакля «Жди меня». Yeah.
композитора Эдуарда Колмановского. Бальзина посвящает всем мужчинам, сидящим в этом зале, и вообще всем мужчинам. Она так и называется «Мужчины». Лежу в озера синие, в поля.
разных номеров с коллегами, с губернатор-солистами губернаторской симфонической капеллы, угольщены. И сейчас один из таких ярких, душевных номеров «Под луной золотой». Для вас поют солистки губернаторской симфонической капеллы Гульсина Рафикова и Ольга Андреева. Oh,
добронравова «Нежность». Вновь для вас поет Гульсина Рафикова. Идет, а снег идет, и все вокруг.
ну и, конечно же, солистка академического хора. Это прославленный коллектив, который является лауреатом международных и всероссийских конкурсов и фестивалей, который объехал пол Европы, побывали и в Германии, в Испании, в Италии. И Гульсинда вместе с артистами ездила в эти замечательные поездки. И сегодня эти великолепные артисты, а вместе губернаторская симфоническая капелла, художественный руководитель и главный дирижер Владимир Каширский. Минут.